Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас сандбокс, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Мы наставили очень много NPC. Здравствуйте. Здравствуйте. Классные NPC наставили, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я их сейчас включу, и мы будем веселиться. Сегодня у нас чистое веселье, и будем убегать от всех. Так, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Вставай, говно. Короче, пацаны, я забыл сказать. Можно использовать одно оружие и только монтировки. Погнал. Скромник скромника заагрил. Бежит, бежит. Я на твоем месте прыгал бы в воду. Быстрей. Быстрей в воду. Да прыжками надо было бы не хопить. Он тебе кишки выдрал. Слышь. Ты че такой дерзкий? У нас, пацаны, есть дабл джамп. Два раза пробел нажмите. Я вспомнил. Так, мне кажется, надо, пацаны, добавить еще, да? Парочку штук. Не-не-не-не. А чё ты? Да не, не бойся. Да чё, а чё вы очкуете, что ли? О, знаете, кого мы добавим? Так, никто сзади меня не идет. Ого. Так, у меня есть один классный способ, как их разозлить. Ах, ты жлоб. А, отвали, я их боюсь. Пробуй бомбу. Они прикольно гасят всех. Вот у меня что есть. Так, дразним, дразним, дразним. А, они за мной, отвалите. У тебя тоже они сильно кричат громко? Нет. Нет, а у меня кричат так громко. Звуки. А, я понял. Ой-ой-ой-ой, они по дну реально бегают все и хотят меня убить. А нет, ору все-таки. Я под водой хочу прыгать два раза, не получается. Что ты сделал? Отвалите от меня. Ай! А за тобой все бежали. Не-не-не, я живой, наполовину. Активируем всех. И прыгаем вверх. Двойной прыжок. Прыжком, прыжком, прыжком. Перемещаемся по карте. Ого, их за мной сколько бежит. Я за дом вижу, а за кем там бежит 1000 штук? Я тоже хочу. Ого, они ломятся. Они окружают дом. И за мной бегут. А мы бежим вокруг дома. Беги к нам, мы в безопасности. Я бегу к вам. А где вы? Где безопасное место? Мы на спавне, мы на спавне. Тут всё лишь... Я рядом пробежал, из скромника. Так... Нормально, бежим, бежим. Кто на бау? Их много. Ступай. Кто на бау? О, спринтрап застрял. Блин. Ого, это жесть. Пацаны, еще добавить или нет? Не-не-не, не? А чё? Не. Страшно. Не-не-не, я еще поставлю. Только я других поставлю, знаешь кого? Эй, они меня за жопу кусают. Да. Вот, 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 кого я хочу. Погнали, еще чуть-чуть. Ой, подлагивает на рабочий стол. Карисмат вылетел на рабочий стол, а мы продолжаем веселиться. Подписчики заново заходят. Кто хочет с нами записывать, ссылочка в описании на Discord. Заходите, будем вместе с нами все записывать. Так, а боньки очень медленные. Ой-ой-ой. А я на сервере? А я не знаю. Нет еще. Вы заходите все, присоединяйтесь. А, новый сервер хочу. Уже. Да, все нормально, все влезут. 1000 мест поставил. Серьезно? Да. У меня 100. Хотя 1000 мест нельзя поставить, но было бы прикольно. Давай, заходите. Так, я вижу, один уже зашел. И к нему бежит Бонька. Ко мне тоже бегут Боньки. Прощайте, я вниз, телепортируемся. О, я зашел. Красавчик. Желаю тебе успеха выжить. Боньки это легко. Да, они очень легкие, я знаю. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Ну что, вы готовы? Да. Я тоже. Я готов. Капитан. Погнали. Так. Фиолетовый чип включено. А у нас есть NTT? О, пацаны, есть у нас поярче варианты. Уходи.
Знаете, мы сейчас поставим? Мы сейчас поставим еще фиолетовый чек, который за спину тупехается. Вот это сейчас будет весь... Ой. Ой. Блин, это жесть. Так. Отвалите. Надо бежать вперед, а не поворачиваться. Беги за дом, который в другом углу карты отпавлен. Отвали от меня. А, Фиолетыч. Короче, чтобы не умирать, пацаны, не надо бежать задом. Если вы бежите задом, вы точно умрете сразу. Только передом. Давайте проверим мой этот... теорию. Если я поворачиваю задом, бегу задом. Во-во-во! Они за спину тпхаются резко. А! Говно, блин, опять! Блин, я так смешно, когда я отлетаю, как трупейшн. Так, я вижу. Беги. Ого, они такие быстрые, они просто ездят, да, они не бегают, они просто смешно это делают. У них нет анимации ходьбы, они просто... Чейдеры, банк. Ого, они там прям друг в друге застреют и тпхаются. А, я понял, у них, короче, в обуви колесики есть. Да? Они на коньках лупашат. По-моему, они на ролике. О, давайте проверим, если я в воздухе стану, он убьет меня или нет? Мне идет фиолетыч один. Я придумал, кого мы сейчас поставим. Вам это очень понравится, вы готовы? Я живой. Все живые. Ой! Да, ты чё сзади меня? Так. Пацаны, главное смотреть на них всех. Ой! Блин, говно! А, то есть их, на них всех надо смотреть? Да, если ты отвернешься от кого-то, тебя убьют. Даже на фрейде? Да. Это ж антитишки. Я на них смотрю. Так, смотри, сейчас отвернусь. О, ближе. Еще. Там была скоростная ставка. Ай! А чё я умер? Я же смотрел. О, они уже по всей карте рассосались. Эй! Прикольно. Они тпхаются. Видите? А как выжить? Смотреть на все подряд. Вырастить 8 глаз. Короче, я смотри, ты появился, я не двигаюсь. И живой. Вот просто не двигаюсь. Стою, вот. Сколько интересно времени я простою и буду жить. Так, отлично. Опа, я смотрю на него, А, все-таки убили. А, я понял. Знаете, кто жил? Статуи. Это слэши. Я просто ничего не знаю. Это жестко. А что? Это хуже, чем атомная бомба. Давайте попробуем отключить искусственный. Они будут нас атаковать? Мне кажется, им настолько насрать, что я уже делаю, они все равно нас хотят убить. Они нас уже раз по 10 убили. Не-не-не, мы сейчас будем жить, пацаны. Я придумал, как можно от них избавиться. Так, ядерная бомба? Нет, лучше. Бегай, ядерная бомба. И летим. Нет. Быстрее, улетаем. Я не могу Бум! Воу! Офигеть! А у меня нормально комп. У меня тоже нормально комп. Ну вот аниматроники, живые или мертвые? Давайте посмотрим. Они живые! Так, пацаны, давайте проверим, можно их вообще убить админским пистолетом. Да, давайте. О, убиваются. Аниматроники только не убиваются. Да я их монтировка сейчас. Хорошо, раз можно убить их, я все-таки бомб наставлю много сейчас. Пацаны, уходите с этого места, это будет эпицентр взрыва. Это будет атомная война. Просто. Это будет жестче. Убегаем. Пацаны, я в бункер, я нашел бункер. Отлично. И я теперь... С тобой, подожди, заяц. Так. Я тоже в бункер. Наблюдаем. Ай-яй-яй, сейчас будет. Хоть бы на рабочий стол не вылетело. Быстрее. Офигеть. Ой, пролаги, капец. Ой. Живы. Нормально, кто? Фредди! Гордон, Фредди! Да как их вас убить? Вы задрали! Да тут и статуи живые. Я понял, что NTT возможно, невозможно убить. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!